Начинать работу со всеми документами вы будете через свою почту. Кстати, тут пришло новое письмо. Ваше первое задание выполнено. Из 15 вопросов правильно ответили на 12. Это отличный результат. Будем двигаться дальше. Заархивируем это сообщение. И перейдем ко второму уроку. Темой второго урока будет создание. Зайдем в папку и создадим презентацию. Создать и опубликовать. Мы можем создать так, что у нас будет храниться только на диске без предоставления права доступа кому-либо. Либо можем опубликовать, ну, тоже с учетом разных категорий пользователей. Добавление страницы происходит таким вот образом.